То, что вчера сделали американцы, к этому не имеет отношения ни один политик в республике Молдова. Поэтому нечего одним, вторым или третьим это себе как-то присваивать. То, что они приняли решение и решили Плохотнюка потерять, это для меня была ожидаемая новость. Под решением, которое было принято в США, подписались практически все цивилизованные государства. Я уверен, что подпишутся и остальные. Плохотнюк не может, например, уехать попросить сейчас убежище в Лондон, в Великобритании. Да? Какую бы страну мира он сегодня бы не поехал, он будет сегодня задержан и экстрадирован в Молдову. Плохотнюк, как я и говорил раньше, сейчас вернется в Румынию. Значит, потому что он является гражданином Румынии. Значит, и это сегодня единственная площадка, где он может перекантоваться ненадолго. Плохотнюку я бы посоветовал, конечно, вернуться сегодня в Республику Молдова. Да, где он будет задержан сразу на границе. Он будет доставлен в СИЗО 13. Значит, Плохотнюку сегодня не может ничего угрожать. Другой вопрос, что и Игорь Дадон, и многие другие политики очень не хотят того, чтобы Плохотнюк вернулся в Молдову, даже под предлогом того, что он как бы сядет. Потому что Плохотнюк вытащит абсолютно все свои загашники, и Молдова просто сойдет с ума.